чтобы вы не подумали, что это кликбейт ненароком. Здрасте, марафон Little Big продолжается, ну вернее заканчивается с этим видео, наверное. Предыдущее было одним из моих самых любимых, признаюсь, да и вы его тепло приняли. Так или иначе, на этот раз я решил сыграть свою самую любимую песню Little Big. Для тех, кто еще название не прочитал, это Go Bananas. А для тех, кто вообще не понимает, что здесь происходит, это как бы в двух предложениях так и не расскажешь. Но тем не менее, сегодня вы все узнаете, реально ли сыграть Little Big Go Bananas на банане. Итак, начал я с того, что отмел самые тупые идеи. Не, даже ради видео. Дальше был вариант играть на самих, собственно говоря, бананах. Кстати, давайте я их принесу, положу здесь. Тем не менее, на продуктах играть мне не очень хотелось еще после ролика с Red Hot Chili Peppers. Для тех, кто не смотрел, я там очень сильно замучился. Итак, отставить продукты. Тогда что же делать? Первая мысль – детские игрушки. По запросу банан на Авито я сразу же нашел кучу объявлений. Слава богу, БУ продукты еще продавать никто не додумался. Но игрушки оказались, мягко говоря... Даже вспоминать не хочу. Так что не осталось другого выбора, кроме как поехать в магазин и основательно закупиться ими. Но теперь возникла новая проблема. Как играть? Я чисто интуитивно понял, что банан больше всего похож на флейту. Ох уж это моя интуиция. Я достал из самого симпатичного банана внутренности и оставил только кожуру. Но она, не поверите, мягкая. На этот случай у меня была припасена проволока. Я планировал сделать из нее каркас, но идея, мягко говоря, не удалась. Дело в том, что в какой-то момент мне в голову пришла гениальная мысль. Я решил его заморозить. Опустошенный банан я надел на свисток от блокфлейта и положил в морозилку на 4 часа. Как ни странно, задумка удалась. Даже довольно прочно получилось. Можно забить им что-нибудь. Блин, идеальное орудие убийства, он же потом сгниет и станет мягким. А вот дальше была реально сложная часть. Отверстия в правильных местах. Я, как вы знаете, инженер с тремя высшими образованиями, естественно, в области дудка-бананостроения. Поэтому я сделал расчеты, и все получилось с первой попытки. Короче, это седьмой банан. Седьмой. Вот моя коллекция. Это боевая машина, на которой я все, собственно, и играл. Это не доделаешь. Это коротыш непонятный. И еще пятеро их собратьев лежат где-то в мусорке. Но в конечном итоге мне удалось сделать нечто играбельное. По крайней мере, в контексте именно этой песни. Кстати, перкуссия из них обалденная получилась. Кстати, важное напоминание. Если вы считаете нужным оценить это видео лайком, то поставьте его. Если дизлайком, то не надо. Пожалуйста. Но вот казалось бы, флейта есть. Играй, но проблема в том, что я не флейтист. И, честно говоря, с первой попытки, да и со второй, с третьей, с пятой у меня не получалось. Поэтому я что придумал? Пока одна половина блокфлейты морозилась, засунутая в банан в морозилке, на второй я тренировался. Потом бежал к морозилке, хватал банан, нес сюда, играл на нем, у меня ничего не получалось, я обратно засовывал в морозилку, снова бежал сюда, снова тренировался, и так по кругу. Но и тут все было не так гладко. Дело в том, что в процессе замораживания и перемораживания банан немножко менял звук. Да, на десятые доли тона, но если склеивать первый дубль и последний, это было очень заметно. У банана, как ни странно, раскрылся звук. Я даже пока сводил, потерял ощущение того, что это какой-то духовой инструмент. Было ощущение, что это играется именно на клавишах. Так или иначе, я буду очень рад показать вам результат сразу после быстрой и веселой рекламы. Хм, он сегодня как-то подозрительно много работает. Знаете, даже от любимой работы нужно иногда отдыхать. И лучше всего это делать в бесплатном онлайн-шутере Warface. Я вообще редко играю в компьютер, но если уж я это делаю, то мой выбор всегда падает либо на гонки-автосимуляторы, либо на шутеры. И Warface реально клевый. Там крутая графика, при этом низкие системные требования к этой графике, так что пойдет даже на слабых ПК. При этом больше 100 видов оружия, 100 видов, и еще ко всем ним скины, мало где такое есть, согласитесь. Можно как в онлайн рубиться, так и проходить миссии где-нибудь в Припяти, в Африке, где душе угодно, много режимов, карт и постоянно обновления, например, вот новый античит, после которого в игре читаков встретить очень трудно. Короче, ребята стараются, а я стараюсь максимально хорошо про них рассказать, поэтому, чтобы поддержать меня, чтобы поддержать ребят, переходите по ссылке в описании моей и зацените игру, она реально того стоит. А я пойду порублюсь еще минут 15 и сяду это монтировать. Ага, минут 15. Thank you.
Так или иначе, буду вожделенно ждать вас в следующих видео. Пока!